В городском округе Люберцы продолжается мониторинг качества школьного питания. На этот раз инспекция прошла в Малаховской 52-й школе. Как ученики младших классов оценили вкус блюд, расскажет наш корреспондент. В коридорах школы витает аппетитный запах. В столовой уже накрыто. Меню на сегодняшний завтрак – запеканка, сливочное масло, горячий чай и яблоки. Для младших классов перемена после первого урока – самое вкусное. Завтраки в школе очень вкусные, мы всегда с удовольствием приходим. Я хожу на завтраки, на обеды не хожу, не очень часто. В первом классе ходила. Ну, завтраки очень вкусные. Бесплатное горячее питание получают 89 учеников. 50 детей, которые посещают группу продленного дня, обеспечены полдниками. В школе реализуется проект «Родительский контроль». С начала этого учебного года уже проведено 123 дегустации. Часть поваров живет конкретно на МАЗе, чьи дети, если бы я с бабушкой поговорил, значит, внуки, они ходят в эту школу, и они, по сути, кормят своих детей. Поэтому главные повара стараются, чтобы здесь было вкусно, потому что они готовят как для себя, для своих, как в доме или дома. С 21 по 23 декабря в 52-й школе проводили опрос. Детям предложили оценить качество и вкус питания. 92% учеников начальной школы и 87% учеников среднего и старшего звена проголосовали за вариант «вкусно». Не нравится школьная еда лишь 8% младшеклассников и 13% старшеклассников. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.